короче, пакуем подарки. Арела говорит, я, говорит, все, больше не знаю, там просто есть один подарок, который она тоже хотела. Да, зачем вот она, зачем она думает так же, как я при этом? Я его не просила на день рождения, так как ее не было в Москве. Я хотела ее купить, вот сейчас, после, ну, короче, когда у меня деньги появятся, сейчас пакуем, она ее заказала. И Арела такая ходит, ходит такая, ну все, больше не завидую. Да. Вроде отпустила. Сначала чуть-чуть прихватила, да, но потом отпустила. Вот, взрослеешь, Арина, ты уже можешь контролировать свою зависть. Да, но у меня зависть. Я счастлива, то, что у меня такие подарки. Я рада за нее, если честно. Да, я тоже. Да. Я думаю, ей очень понравится. Ей очень нравится. Я думаю, это прям вот идеальные для нее подарки, я считаю.